Уважаемые одноклубники, сейчас я хочу показать вам, как я изготавливаю свою самую любимую джиговую приманку под названием «Дождик». Для этого не нужно особо много инструментов, приспособлений и так далее. Главное, чтобы был крючок. Я использую старую леску плетеную, лак для ногтей женский прозрачный. Ну и, соответственно, вот такой вот деталь, как серебристая металлизированная дудка какая-то, трубочка. Итак, начнем. Для начала, если вы хотите задать размер своей приманки, то нужно взять ее в два раза больше, какой-то определенный размер. То есть, если 5 сантиметров, значит, отрезаете 10 сантиметров. Мы ее отрезаем. Вытаскиваем из нее серединку. Это вот такая вот серединка у нее. Берем крючок двойной и пропускаем середину. У нас получается вот такая деталь. Для того, чтобы намотать плетеную леску на все это изделие, можно это сделать руками, но я это делаю с помощью старой бомбарды сломанной. Это гораздо удобнее и не болезненно для пальцев, потому что после того, как вы скрутите с десяток, вот эти места у пальцев будут у вас раниться от лески, от плетеной. Берем вот так ее, зажимаем. Если есть тисочки маленькие, можно зажать все это в тисках. Но у меня нет, к сожалению, или счастью. И начинаем вот тут наматывать сперва цевьё, для того, чтобы не соскакивал дождик по цевью. Чуть-чуть намотали. Перевернули в обратную сторону. И начинаете мотать еще раз, только с обратной стороны. Неважно, сколько вы сделаете оборотов плетенки, главное, чтобы это было надежно и крепко. Дальше фиксирую тремя узлами. Просто накидывает петлю. Лишнюю леску мы отрезаем. И по этому краю, где намотана у нас плетенка, мы ее лакируем для того, чтобы она не раскручивалась. Независимо от того, что она затянута узлами. В принципе, дело минутное. Но так же, как у меня, у всех может не получиться сразу. Сушится там, ну, я не знаю, какое-то время. После чего, после того, как все это высохло, мы начинаем ее разделять. Я схожу за иголочкой. Берем иголку или какой-нибудь любой инструмент наподобие вот этого и начинаем ее аккуратно расщеплять, разлохмачивать, или как еще можно сказать. Я знаю, что многие уже знают эту приманку, знают, как ее делать и из чего делать.
Но если молодым спиннингистам это будет на пользу, то я буду только рад. Приманка эта, ее особенности, хороша в том, что она очень дальнобойная и лидирует в основном с береговой ловли. Во-вторых, она неубиваемая, так как после поклевки судака или щуки поролоновая рыбка или силиконовая приманка приходит в негодность. Вот этой приманке абсолютно ничего не бывает. И страшен только мертвый зацеп. Она уловиста, дальнобойна и неубиваемая.